из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры расскажет рокер Волощук. Слышите? Да. Тарас, слышу. Какой лучше? Смотри. Ну, я же говорю. А это еще как бы такой промежуточный вариант. Давай. Я переключаюсь в комбан, а ком? Уважаемые товарищи музыканты, наступает исторический момент! Ура! Остановитесь все! Затихните! Волощуку СД наконец-то сделали именную гитару. Русские мастера, причем, какие там американцы, импортозамещение идет на полную катушку. Уважаемый мною великий гитарный мастер Александр Владимирович Анисимов сделал мне конька-горбунка. Потому что вы же помните, что у меня же коллекция морских гадов. Каких гадов? Щука, окунь, медуза, морская звезда, тут рыба-клоун. И вот он сделал мне конька-горбунка. Я принес его, у меня самого рука, видите, болит. Не могу испытать звук, поэтому я принес. И доверяю вам, доверю! Мужики, будьте осторожны, я доверю вам эту гитару. Жень, ты себя естественно видишь? Испытали ее звук. Хейтеры, правда, будут недовольны. Они все ждут, когда я же покажу свою виртуозность. Не дождетесь. Я, видите, у меня рука, бандитская пуля. Не дождутся. А там синглы есть? Там отсечка на каждом. Вот, это хорошо. Хамбакере. И... Ну, давайте, покажите. А, ну, держите. Открывайте. Открывайте, кладите. А ну-ка. Дай посмотрим. Да справа, ты, ё-моё, вот дикарь. Влево отодвиньте. Дикари. У нас вот полностью вот это анекдоты про басистов. Ты, короче... Это гитарные кейсы эти ваши. Полностью оправданы. А ну, покажите. Подождите. Диван. Я сразу домой. Вы поторопились. Вы покажите хейтерам сначала гитару. Вот. Смотри, как классно. Один морской гад в руках. Вот он, конек, горбуночек. Вот он, красавчик. Покажи конька-то. Где конек? Вот конек. Не, кстати, вот действительно покраска вот... И лакировка просто ультра. А цвет? Супер. Цвет. Дерево. Сразу стоп. Видно, это работа на века. Крышки такие. Вот, смотри. Вот. Покажи крышки, вообще классно. Я вот такого ни разу не видел еще. Да, это уже. Что-то новенькое. И обратите внимание, как он сделал крышку. Крышку он сделал деревом, не пожлобился, потратил время. Ну, снизу ясно, она экранирована. А сверху? И гриф очень удобный. Да. Прям очень удобный, очень смотри, ВСД. Добротный. ВСД, смотри. Добротный гриф, добротный. Покажи ВСД. Вон она. Волощука СД. И очень добротный порожек. Он классный, железный. Из титана. Титана, прям крутой. Не, ну просто все сделано действительно достойно. Из титана. Максимально, насколько значит, это возможно. Значит, датчики барнакл, хамбакеры. На каждый датчик отсечка. На каждый. А ручка, надеюсь, тоже литье авторское? Однозначно. Отливал в мастерской. Вот это тоже. Датчики тоже, да? Ну, датчики Барнакл, британские. Мотали специально для вас. Кстати, вот это я первый раз тоже пробую. Внутренний, да. Да, внутренний. Внутренний стеклодвер. Ну, такой же. А я правильно делал? Да, все правильно. У тебя тоже внутренний, что ли? Вот там такой же точно. А, не, ну такой же. Ну-ка, давай. Уважаемая... Любители рок-музыки, уважаемые хейтеры, скоро наступит ответственный момент. Гитара зазвучит. Ждите. Так. Отсечечки. На оба. На оба отсечки. На оба датчика отсечки. Да, на оба отсечки. Хамбакер на чистом звуке. Фендер. Что у нас за усилитель? Делюкс реверб. Настрой чуть-чуть. Круто звучит. Кстати, да, круто. Именно на хамбах. То есть это были хамбы,
Но при этом звук был прозрачненький и не давящий такой, как обычно на хамбах. Вот этот чистый звук. Кстати, вот эти тоже не видел разу. Раньше, точнее. Такие колки. Видел когда-нибудь, Жень? Такие колки видел? Ну да, видел. А я не видел ни разу, первый раз вижу. Ну как локовые обычно. Нет, ну как-то вон торчат эти крышки. Крышек нету. А, не, ну да, видел такие. А врезать Floyd Rose будем? А надо. Шутка. Нет, я ему просто не говорил, не надо, я не пользуюсь. Нет, это же коллекционная гитара. Я ей просто не пользуюсь. Так. Ну-ка. Два датчика вместе, хамбакеры. И бридж. Вот так звучит мясо. Чистый звук вот этого. Сейчас Fender звучал, а сейчас звучит мясо. И вот опять на Fender переключаюсь. Так, а теперь то же самое, только на синглах. Нек. Я ногти не постриг. Это простительно. Самое главное, что заточили медиатор. Медиатор у меня вон сколько там. Вот. И все вот заточенные. Знаешь, надо сделать немножко. Хочется играть и не останавливаться. Вот. Вот какую гитару сделали Волочку СД. Что теперь музыканты будут драться, гитаристы. За право поиграть на ней. Вот два сингла одновременно. И нижний бридж. Я считаю, надо ее использовать в записи. Что-то надо? Да. Оставим. Просто... Уважаемые любители рок-музыки, в будущем альбоме будет использована эта гитара. Поэтому запоминайте звук. Будете угадывать, кто угадает, то вот сейчас вот именно чистый, с легким перегрузом, был просто офигенный. Согласен, обалденный звук. Ну, кстати, вот то же самое, допустим, если второй канал Месы на том же... Получается так примерно. Но здесь для того, чтобы перегруз добиваться, нужно громкость увеличивать. И он начинает грузить лампы. То есть за счет мощника. Ну заметил, да, какой такой... Прям, не то, что лучше, он такой... Овальный.
Да. Не знаю, словами не объясните. Так, теперь надо металл протестировать. О, это самое главное. Уважаемые товарищи хейтеры, самое главное протестировать металл. Вы же любите металл и панк-рок. Поэтому мы не дадим вам соскучиться. Так, сейчас. Не дадим. Я бы сказал, что на чистом и среднем звуке немножко он как бы повыигрышней. Ну, да. Больше для чистого и для среднего. Басы навалить просто на усилке, мне кажется. Нет, там я именно по гармоникам, по всяким. Для определенных вещей, в принципе, да, нормально. Но в целом я бы ее использовал для среднего и чистого звука. Будем использовать? Ну, конечно. Хороший. Отличный, я бы сказал, инструмент. О. Александр Владимирович, профессиональные музыканты сказали, что звук отличный. Будем использовать в новой пластинке. И будем обращаться к вам дальше. Создавать новый звук. Будем стимулировать русское гитаростроение. Евгений Васильевич, не желаете ли попробовать инструмент? Попробуйте, Евгений Васильевич. Попробуйте. Звучит! Уважаемые любители рок-музыки, вы видели? И на этом мезе да. Хорошо звучит. Главное, что подходит к лицу нашего предводителя. Волощука из... Практически одно и то же. Лицо, вот, да. Не отличить, сливаюсь. Уважаемые любители рок-музыки и особенно уважаемые хейтеры. Как только заживет рука, я вам продемонстрирую свое виртуозное мастерство. Когда-нибудь. Но... Пока его будут демонстрировать наши великие гитаристы. Евгений Баштан и Иван Ткачев. Покажите этого знаменитого гитариста. Все, всем пока. До встреч в эфире на фестивалях. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Волощук.